За счет государства по программе «Артспорт» в Экибастузе занимаются 4835 детей. Еще 929 зарегистрированы на получение ваучера. По данным отдела культуры и спорта по подушевому финансированию, в Экибастузе действуют 16 поставщиков по спорту и 5 по творческим направлениям. В Павлодарской области оператором данной программы является Управление физической культуры и спорта, а также Управление культуры и развития языков и архивного дела. Регистрация поставщиков финансирования находится в ведомстве данных управления. Доступ к информации по ваучерам, открытие дополнительного финансирования, регистрации поставщиков имеется только у операторов программы, то есть областных управлений культуры и спорта. По вопросам данной программы необходимо обратиться в Управление культуры Павлодарской области, главному специалисту по проекту государственного творческого заказа по телефону 616194. Специалисты же городского отдела разъяснили алгоритм записи на кружки для родителей и поставщиков. Как родителям записать своего ребенка на кружок по программе «Артспорт»? Зайти на сайт artsport.edu.kz, зарегистрироваться или авторизоваться. Зайти в раздел «Для родителей». В разделе «Мои дети» добавить ребенка. В разделе «Выбрать секцию» выбрать организацию. Посмотреть профиль организации, выбрать вид направления и записаться. Ожидать выдачу ваучера для ребенка. Выданный ваучер отобразится в разделе «Мои заявки». Полученный ваучер активировать у поставщика в течение 10 рабочих дней путем представления необходимых для зачисления документов и заключения договора с поставщиком. Также существует алгоритм для поставщиков. Для этого предпринимателю необходимо зайти на сайт artsport.edu.kz, зарегистрироваться либо авторизоваться, зайти в раздел «Моей организации», в разделе «Моей организации» добавить свою организацию, загрузить необходимые документы согласно НПА в разделе «Мои документы» в PDF-формате. Также в разделе «Квалификации» сотрудника поставщика должен прикрепить загруженные документы в соответствующем поле. В разделе «Мои сотрудники» он должен добавить ИИН сотрудников, необходимые документы, то есть это диплом соответствующий, заполнить необходимые поля и выбрать на карте место расположения своего творческого кружка. Также ожидать 10 рабочих дней.